к вершинам Кавказского хребта. 80-летию освобождения Кавказа и поддержки спецоперации посвятили активисты КПРФ восхождение. Карачаево-Черкесия участвует в федеральном проекте сохранения лесов, нацпроекта «Экология». Сколько саженцев посадили и сколько планируют. Выявлен факт лова форели на особо охраняемой природной территории заказника Дуудский. Возбуждено уголовное дело. Ближе к мечте познакомиться с работой кинолога предоставили возможность школьнице, которая стремится работать в Росгвардии. Здравствуйте! В эфире телеканала «Россия-24», Карачаево-Черкесия. Сегодня в правительстве руководитель Минэкономразвития Артур Изав встретился с теми, кто будет представлять наш регион на международной выставке «Россия». Эстрадные исполнители, спортсмены, люди, известные далеко за пределами малой родины, добившиеся весомых успехов в той или иной сфере. Теперь им поручено заняться продвижением бренда Карачаево-Черкесии в информационном пространстве, в том числе о достопримечательностях, культуре и традициях народов. А 8 декабря на международной выставке пройдет День нашей республики. Современных технологий, так сказать. Приглашаем вас всех одновременно в этот день прийти на форум-выставку, на наш стенд и максимально достойно презентовать нашу республику, рассказать о ней и привлечь как можно большее количество людей на это мероприятие. Ход реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2023 году обсудили в Общественной палате республики. С докладом по заявленной тематике выступил председатель комиссии Общественной палаты по экологии, строительству ЖКХ и дорогам Анатолий Барков. Проблема проведения капитального ремонта многоквартирных домов актуальна ввиду износа жилищного фонда и увеличения ветхого и аварийного жилья. Также участники говорили о повышении роли собственников и муниципальных образований в решении вопроса капремонта, обсуждали текущие проблемы и возможности их решения. В 2023 году ведутся работы по капитальному ремонту в 30 многоквартирных домах. Из них можно отметить в том числе капитальный ремонт крыши у нас в 16 многоквартирных домах, капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем в 5 многоквартирных домах, капитальный ремонт фасадов у нас производится в 3 многоквартирных домах. И замена лифтового оборудования у нас происходит в 6 многоквартирных домов, которая включает 24 единицы. То есть лифтовую систему поменяет. По состоянию на сегодняшний день у нас больше 50 объектов уже приняты, подписаны соответствующие акты. По остальным объектам уже на сегодняшний день ведутся акт прием работ. Сотрудники МВД по Карачаево-Черкесской республике во взаимодействии с коллегами из регионального ФСБ в результате оперативно-розыскных мероприятий установили личности граждан, причастных к двум ложным сообщениям о готовящихся актах терроризма. Так, 6 октября в чат одного из мессенджеров был направлен текст, содержащий сведения о якобы существующей угрозе посетителям школы в Черкесске. Также 15 августа в региональном канале другого мессенджера появилась публикация об опасном предмете в лечебном учреждении. Сотрудники полиции во взаимодействии с другими экстренными службами выехали на места и проверили информацию, которая не подтвердилась. Оперативники выяснили, что оба сообщения написал бывший ученик ранее указанного образовательного заведения, не достигший возраста 14 лет. Причем в совершении второго деяния он вовлек своего ровесника. Противоправные поступки несовершеннолетние совершили от имени своих юных знакомых из личной неприязни к ним. По всем фактам возбуждены уголовные дела. С установленными школьниками и их родителями полицейские провели профилактические беседы. Другим темам. В Адыгейхабльском районе торжественно открыли современную спортивную площадку. Мероприятие посвятили 200-летию аула Вакажели. Она станет центром здоровья для духовного и физического развития детей и подростков. Подробнее Дарья Тендит. Вакажели – уникальное место, расположенное в живописном уголке нашей республики, со своей историей и колоритом. В ауле проживают дружные, трудолюбивые и гостеприимные люди. Всех их объединяет любовь к своей земле, уважение к традициям и гордость за родной аул. В этот знаменательный день почетные гости поздравляли местных жителей с юбилеем. Лично от всей души поздравляю вас с 200-летием аула.
Это знаменательная дата, прекрасный повод отметить, что жители аула Вакажиля всегда были и остаются трудолюбивыми, доброжелательными, гостеприимными людьми, истинными патриотами своей малой родины. Ценно и то, что аульчане сохранили культурное и историческое наследие своего народа и продолжают растить и воспитывать своих детей достойными своих предков. Благодарю за вклад каждого жителя аула, за ежедневный труд, искреннее стремление сделать свой родной край еще красивее и комфортнее. Поздравляли жителей вокально-хореографические ансамбли из Адыгехабля. Яркие, завораживающие номера сменялись один за другим, придавая празднику особую атмосферу. В честь празднования юбилея аула Вакажили на территории общеобразовательной школы имени Мурата Карданова открыли новую современную детскую спортивную площадку. Почетное право разрезать красную ленточку и открыть дорогу в мир спорта для молодого поколения предоставили исполняющему обязанности главы Адыгехабльского района Мухтару Остежеву и министру спорта и физической культуры Карачаево-Черкесии Рашиду Узденову. Строительство стало возможным в рамках реализации региональной программы «Спорт. Норма жизни», национальной программы «Демография». От имени правительства, от имени главы нашей республики Рашида Борисовича Тимлезова такой подарок к 200-летию нашего прекрасного аула Вакажили, чтобы здесь занимались своим здоровьем старшее поколение, воспитывались детишки, чтобы здесь вот совершали как раз-таки первые шаги наши будущие великие спортсмены, победители мировых уровней соревнований, олимпиад, чтобы эта площадка всегда была заполнена детьми. На протяжении торжественного мероприятия чествовали почетных жителей аула, которые внесли большой вклад в развитие и благополучие родного Вакажиля. Празднование продолжилось застольем и танцами. Дарья Тендит, Зарема Карданова, Ренат Муков, Вести Карачаево-Черкесия, Адыгехабльский район. Сотрудники пограничного управления Федеральной службы безопасности России по Карачаево-Черкесии продолжают выявлять факты незаконной ловли форели. Так, в сентябре гражданин России осуществлял вылов ценных пород рыб на территории государственного природного заказника Дуудский, который относится к категории особо охраняемых природных территорий. Возбуждено уголовное дело, в настоящее время продолжаются следственные действия. Пограничное управление напоминает жителям и гостям региона, что лов форели в притоках рек, которые являются объектами рыбохозяйственного значения Карачаево-Черкесской республики, запрещен. В гостях у Росгвардии побывала юная жительница Тиберды Маргарита, в будущем мечтающая стать кинологом. Специально для нее сотрудники регионального управления провели экскурсию по кинологическому городку. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мхце. Юная жительница Тиберды Маргарита в сопровождении мамы посетила этот кинологический городок в рамках постоянной ведомственной рубрики «В гостях у Росгвардии». Вот-вот должна осуществиться ее мечта – ближе познакомиться с работой кинолога и узнать как можно больше о дрессировке четвероногих специалистов по некоторым видам служебной деятельности. По словам самой девочки, изначально она думала, что встретит большое число собак, которые будут громко лаять, возможно, пытаться укусить. Однако на деле все оказалось иначе. Экскурсия началась около вольеров с питомцами. После прибытия на кинологический городок специалисты начинают свой день с выгуливания своих служебных собак. Далее идет у нас кормление. Давай попробуем выгулить собачку. Этот немецкий курцхар попадает в объектив видеокамеры в первый раз. Впрочем, несмотря на отвлекающие факторы, он четко выполняет все команды кинолога Артема Будникова. Отпускает собачку. Рядом. Курс. Рядом. И дальше отправляет ее в свободное состояние по команде гулять. Гуляй! Маргарита мечтает стать кинологом. В городок она и приехала, чтобы ближе познакомиться с этой профессией. Ну и в качестве юного журналиста девочка тоже неплохо смотрится. Сложно ли быть кинологом? Ну, не очень сложно. Главное свою профессию знать материал по своему роду службы и постоянно обучаться. Потому что вся наша жизнь – это обучение новым методикам дрессировки и соблюдение правил ухода и содержания служебных собак. Маргарита умело преодолела полосу препятствий под руководством опытных наставников из Росгвардии. Затем понаблюдала за работой четвероногого поисковика взрывчатых веществ и продолжила изучать специфику дрессировки питомцев. Можно ли обучить взрослую собаку? Конечно, можно. Любую собаку можно обучить. Главное, чтобы желание было.
ну и терпение. Они, знаешь, очень резвые, очень веселые, с ними никогда скучно не бывает. А так, для первых шагов, чтобы таксу обучить, ну, мы используем корм. Там подкармливаем, если он сел, мы даем чуть корма. Если он команду дал, он лег, мы еще корм даем. Чуть позже школьница поделилась своими впечатлениями от экскурсии и знакомства со служебными собаками. Моя мечта осуществилась. Я посмотрела, как работать им, как учить собак. Мне очень понравилось. Я очень благодарна Росгвардии и вам за осуществление мечты ребенка, что она побывала в этом месте, прочувствовала душой и сердцем, увидела своими глазками эту работу. Большое вам спасибо. Артур Мухцеалибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии стартовала всероссийская акция «Сохраним лес». Всего в рамках акции высадят более 3000 саженцев различных пород деревьев на площади почти 9 гектаров. Каждый желающий может принять участие, выбрав удобную локацию на сайте сохранимлес.рф. «Сохраним лес» – ежегодная всероссийская акция по восстановлению лесов, реализуемая в рамках федерального проекта «Сохранение лесов», национального проекта «Экология». Работы по искусственному лесовосстановлению на текущий год были в полном объеме проведены в Карачаево-Черкесии весной. Высадка саженцев в рамках акции «Сохраним лес» станет дополнительным лесопосадочным объемом в текущем году. Всего за 4 года в нашей республике высадили более 26 тысяч саженцев различных пород деревьев. Вскрыт через 22 года, в годовщину столетия Великой Победы. На Клухорском перевале у подножия одного из обелисков активисты Зеленчукского райкома партии КПРФ заложили капсулу времени, адресованную будущему поколению. К массовому патриотическому восхождению присоединились и наша съемочная группа. Среди тех, кто оставил высокогорный автограф на письме времени, оказалась и Фатима Даурова.